Эй, Серега! Я перейду. А, да блин! И звук такой стрёмный. Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь, Санек, Флавик, Профит, Серега и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Ассаламу алейкум, братья. Всем здравствуйте. Ребята, всем нравится рубрика, когда мы убегаем от толпы некс-ботов. Это пак называется мемы. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, эта серия будет очень жесткой. Кстати, на этой карте мы подкрутили немножко гравитацию, чтобы мы более лучше убегали и даже немножечко летали. Первый пошел у нас Амогус. Кстати, звук такой сделан, как будто он пополам бежит. Это искусственный интеллект. А теперь я включил. О, Серега, ты знаешь, что тебя в этом ролике ждет? Ты ж не записывал с нами мемы. Так я NextBot, я знаю NextBot. О, тут, а тут есть прям жесткие вообще. Да я знаю. Давай умирай сразу, пожалуйста. Не-не-не, а ты. Не, два постепенно. Он на этого Балди поставил. Кстати, он за мной почему-то бежит. Вот это жесть. Ай, молодец. Ай, молодец. А давайте еще поставим. О, у нас есть такой аух какой-то. Прикольно. Вот это жесть. Нет, это не Абунга, кстати. Сейчас Абунгу. О, давайте Абунгу реально поставим. Так, у нас где-то Абунга вот здесь. Вот сейчас мы найдем. Здесь очень много их, просто нереально. А вот. О, давайте Фредди еще лупанем. Фредди пошел. Да. Так, а где же... Подождите, Абунга... Вот Абунга. И Абунга. Дима, мне страшно. Мишка Фреда за мной бежит. А, он не сильно мочит. Одного раза. А, да? Не знал, Дима. А, ты мне тайну рассказал. Какая толпа. Еще давайте ставим. Давайте еще поставим каких-то стрёмных. Во. Больше. Амбуш. И еще. Ой-ой-ой-ой, рядом. А они все за мной бегут. Я хочу, чтобы они тебя убили. Ты же, Серега, еще ни разу не умер от них. Нет, пока что нет, но я сейчас сдохну. Дурак, что ли? Ага, это ты был? Это не ты был. Вот, стоять! Стоять! Мочите его! Все, есть, замочили. О, Фредди, кстати, очень классные звуки сдает. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Так, я думаю, что это слабо. О, кстати, вот это вообще читерский код. Серега, от этого кота, конечно, вообще никто не убежит никогда. Ого! Он к нам идет? А? Он к нам не идет. Дима, это срака, он быстрый очень. О, он, да? Он к нам залез. Ой, а мы тут стоим, выживаем спокойно, никто нас не трогает. Че, больше мне не будешь по трассике Профит бить? Эй, Серега! Я перейду. А, да блин! И звук такой стрёмный. Это жизнь. Я специально подманил его. Ты отвлек его. Не, чтобы он к вам пошел. А, хорошо, Серега, уговорил. А блин, ты вовремя прыгнул, я на тебя поставил NPC. Вот это жесть. Что делать? Да не, а, что делать? Пердеть и бегать, умеешь? Он сзади. Вот этот бегает, блин, своей этой штукой бьет указкой по руке. Прощайте! Не прощайте. Отлично. Что так подлагивает? А подлагивает? А, это из-за кота. Давайте кота удалим, потому что кот какой-то реально читерский. Да-да, это кот, он очень нагружает систему. Так. Балди ходит. Ай, блин! Я с ним прям поцеловался. Поцелуй смерти называется. Да, ты же был не Балди. Так, а, кстати, да, надо было брать братушку своему, он мне не убивал тогда. О, давайте еще поставим Unnosing Dog. Ой, такие-то пердежи, разные звуки такие прикольные. Это жесть. Ух ты! Откуда ты взялся? Мишка Фредди тебя нахуй. Ой, Серега умер, отлично. У нас есть Спанч Боб тут? Да. А я не вижу его, сейчас найдем. Вижу. Поставил такой звук обдрещания, как будто кто-то обдрестался. Не, не убежал. А где Спанч Боб? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестик, поехали. Я не боюсь никого. Я на деревья посижу. О, так они меня не убьют. Ух, парни за мной, тут вообще жесть. Так, давайте еще добавим. Давайте Соника добавим. Давай, Соника, давай. Соник, это не Соник, пошел. Это Саник, Дима.
Это Саник от слова Саки? Саня. Это жесть. Это, кстати, непростой Саник. Это знаешь, какой Саник? Это Саник. Да блин. Так, я тогда иду в здание. О, хорошо, что сзади никого нету. Ай! Ты что? А ну, а как ты хотел? Они просто видят, кто самый сильный игрок, затем бегают. Да нет, дают нам шанс. Так, давайте еще оставить. А кого сейчас поставить? О, Серега, ставлю твоего любимчика. Дима, а там... А поставь... Санис. Не Санс, а Санис. Давай Мистер Биста. О, давай Мистер Биста. Вот, поехали. Так, пошел. О, все. А я не сдохну. Вот Дим, ты смотри, трэш. Дим, смотри, я до тебя сейчас долечу. Это точно Мистер Бист? Давай. Это его копия. Дима, так, лови меня. А где ты? Я тебя не вижу. Я сверху. А как ты долетел туда? Через... А, с базукой? А, да, я понял, да, базукой можно. Так, ставим еще. Так, О, давайте доги еще поставим. Доги полетело. Так, я попробую на вышку запрыгнуть. Опа! А я уже выживший теперь, да. Отлично. Серега, я на вышке посередине, на желтой. Вот это же, если они орут все! Ты какой-то трэш! О, а как ты тоже допрыгнул легко? Как вам эти звуки разные? Я не слышу почти. Я даже ничего не слышу, полетел я, прощайте. А ты думал, жесткий в канале, надо текать. Так, ура, наконец-то немножечко смылись. Еще вообще они до нас бы все равно добрались. Так, а кто что, а патроны кто-то себе выдал? Так, мне кажется, это слава, надо еще добавить. А можно я в уголке посижу, Дима? Ну да, сиди. Спасибо. О, говорю, тут их столько. О, давайте поставим фугиры, как похоже на стреноголового, что ли. Отвали, смотрите, сейчас. Так, еще да. Ай, блин! Я его испугался, он такой стрёмный. И когда убивают, такие звуки издают. Так, доги. За мной? Нет! Мимо, все прошли. А ты где, Дима? Я тебя убью. Не надо меня убивать, ты чего? Знаете, еще скажите спасибо, что они не телепортируются. Ай! Как обунги. Обунги вообще тпхаются. А вдруг? Блин, звук такой стрёмный. Так, а где Серега? Я Серегу не вижу. А он на вышке тут стоит. На вышке? А где на вышке? Не вижу его. Серега, это красный. Ай. Ой, извиняюсь. Они везде. А, вижу. А прикиньте, было бы страшно, если бы Балди тэпался. Вот именно. Вот Серега вовремя ушел, я на него поставил NPC. Пофиг тебе. Это жесть. Я уже штук 20 поставил. Это даже больше поставил. Это даже больше, да. И всех разных. О, кстати, Абонга телепортирует. Смотри, как он появился. Ай-яй-яй, аниматроник убил меня. Меня Абонга убил. Да? Да, потому что он телепортируется ко мне. А хватит орать. Они все телепортируют. Зоги нет. Ох, Серега, ты сальтухи крутишь. А говорил, сальтухи не умеешь крутить. Да. А кто орёт так? Так, давайте еще поставим. Сейчас. Да, Дима? Это жесть! Это... О! PewDiePie! Погнали! А что ж вы орёте так? Прыжочек. Кого? Не хочешь плохих томов? А, ну давай, Серега, можешь ставить. Нет, это фраза Санес. А, плохих. А, я понял. Это за PewDiePie ты сейчас говоришь? Нет, Санес. А, Санес. Понял. Санес. Вот тут он Санес. Санес. Это персонаж сеньора Пэлла. Так, я тоже буду, где Серега, ходить. Ай! Я на вышке. Так, тихонечко ходил себе. А где ты на вышке? Я бегаю. Вижу, Серега, где ты. Эй, блин! PewDiePie убил меня. А ну блин, этот... А не бойся, не бойся. А он кидок, все. О, гусь с базукой, пойдет, все четко. Да. Так, вижу Серегу, сейчас мы ему сделаем заподлянку небольшую. Я буду бегать. Ты будешь бегать? Да. Ой, Дима, прям под тобой. Да? Дим, бери тоже базуку и летай. Не-не-не-не-не, я лучше вот так вот. Вот тут они, кстати, не достанут.
А все, я выжил. Ой-ой-ой, забираю свои слова назад, достают везде меня просто. Дима, а ты тащильщик получается, да? Ну да, да. А че я тащильщик? Дима уже смешарик. А кто в то здание не забоится зайти? Я пойду зайду туда. Я. Тут они орут там все, ребята. Они там на полу посадили. Ай, зараза! Еще один в здание зашел, они все в здании. А что он орёт? Заколебал. Они, получается, кто-то на крыше стоит, они хотят его убить за одним все. Давайте попробуем с помощью базуки тоже к ним подлететь. Они выбежали на улицу. О! Саки вышел, PewDiePie меня опять убил. Саки вышел. Я мистер Бист убил. Ага, а я PewDiePie. Вот это движуха. Я сдох. Красиво летит. Так, добавляем еще. Добавляем, а кого мы еще добавим? О, вот я нашел. Погнали. Че, еще добавлять, пацаны, или нет? Давайте еще немного. Добавляем еще. В Роблоксе, кстати, есть такой режим на эту тематику. Я Роблоксера добавил. Так. Тима, забавка в красном платье делать. Это жесть просто. А, все, я не могу даже возродиться. Да не бойся. Так, Серега еще живой. Я вижу, мало умирает. Серега. Получается, что у меня больше всех убийств? Да. Профи, ты должен перегнать меня. Я не должен быть самым проигранным. А, ё-моё, что они меня убивают? Да потому что жизнь такая воровская, Дима. Я понял. Вот это движ, там хотят Дима, убить. Я не исключение. Чего? А что ты по бортику бегаешь? А, я специально так делаю. Хочу повыживать. Но они могут и тут достать. Смотри, толпа пошла. Затекать. Так, давай. Куда пошел? Сюда. Не вижу Серегу. Где же Сережечка у нас? Так, я бегаю. Жок? Дима, он не бегает, я прям с ним стою. Я бегаю. Ну и правильно и делает. Он хочет просто выиграть. Потому что я знаю тебя хитро задал. Хочу, да, я хочу так сделать. Это кто? О, футболист какой-то. Это кто у нас был? Кристиано Рональдо, да. О, присядничаешь, как и я. О, хорошо. Да не надо. Дима, эй, сам себе поставил, не, я удалил. Я теперь тебе сам буду это ставить, как ты мне. Тебя бы найти еще. Не надо. Ну нафиг, надо валить. Долечу. Отлично. Я по смертям второе место. Да? Я уже, кстати, не на последнем месте. А, не, на последнем. Я на втором месте только. Нет, я на втором. Пошел, Спанч Боб, пошел, блин, я вот этот звук услышал. Это, Серега, не ты его поставил мне? Нет, это был. Понял, опа, Фрейд. Пошел. О, смотрите, последняя карта, выживай, никого нет. А, нет, забирай свои слова назад, Абунга за мной. Абунга, отвали. Я сейчас умру. Давайте, Дим. Не за мной все. Я за. Какой звук прикольный. Эй, прощайте. Да, блин, убили, у меня головой вывалился в стенку. Отлично. Я пока мне что? 32 убийства, что ж такое? Да хватит меня убивать, пацаны, вы чё? Ну всё, Серега выиграл автоматически, это 100%. Так, сейчас я удалю всех и поставлю парочку очень читерских. Так, а кто-то еще поставил? Я видел Абунгу? Не? Мне показалось. Так, ребята, ставлю сейчас очень-очень мощных. Это черный кот. Он настолько быстрый, насколько это возможно. А почему у меня тут кот катался в собаках-то, это пак? 4. О, опять эти. 5. Всё, 5 штук. Ты что, по мне стрелял? На тебе за это. Я хотел тебя напугать. Нет, а я тебя хотел убить, я это сделал. Ой. Серега! Не. Сережечка! Нет. Эти коты реально быстрые, смотри, что они делают. Это точно кот? Ну, похоже на кота, похоже, да. Похоже, Angry... это не Дим. Angry Munch. А, отвали! Ха-ха, такие звуки прикольные издают.
Я вижу, никто не умирает, он ничего не убивает. А, не убивает, убивает. Профит. Так, у меня 32 убийства. О, мы с профитом одинаково тащим. Вот это он прыгает. А! Ничего, получил. Да, ну я специально поддался, ну. Что за звуки какие-то? Ну это они издают такие звуки. А, вот это он быстрый. Это вообще нереально убежать. Лично. Вот это мне не достанет. Так. О, надо, кстати, да, с помощью базуки полететь. Нексбот это не Димана штука. А чё? Умираешь сильно много, так же как и я. Ну так потому что я поддаюсь. Ай-яй-яй, а мне вообще-то больно. Да не бойся, не бойся, не больно. Я боюсь, мне кажется, что мне больно. А, это что, он другой уже? Тут разные коты, что ли, есть? Это Серега, похоже. Они читеры. Они спидхак включили. Вот это жесть! Так, у меня сколько, 35? А блин, я что, проигрываю в этом ролике? Да. А у нас, кстати, в этой рубрике надо больше всех умереть, тогда выиграешь. Ладно, ладно. Так, вот тут меня никто не достанет. Все, я, кстати, нашел место, меня никто не тронет. Странно, почему я вообще смотрю на этих нексботах, меня лагает, когда на улице не лагает. Да? А! Да ты смотри, что делается! Ай-яй-яй, не больно. Да они нереально быстрые. Вот именно. Я даже ни разу не понимаю, откуда он пришел. Дима, Банник, у них спидхак. Реально. Ой-ой-ой, красиво себя подкинул базукой. Ну, видишь? Отлично, отлично, перелетел с половину карты. Ой. Дима, баня этих нексботов, у них эти... О, Серегу вижу. Серега, я пролетел мимо тебя. Я вижу. Опа, а че ты стоишь? Ага, стоять! Не надо! Стоять! Вот, убивайте его, он на крысу стоял. Вот он, мочи, мочи его. Мочи. Да ну что ты поравнять силы? А, у тебя сильно мало смертей. Ай, да ё-моё, да что ж такое, я неадекватный. Не трогай меня. Так, а, хорошо. Ладно, Серёга. Всё. Ведь ты мало раз умер. Ну, да, не Серёга, сегодня меня. Выиграть. Я не умру в туалете. А, ты попробуй не умру. Может, получится. Ну, ракету запустил. Серёга, ну ты там будешь и пустил туда ракету. Мне интересно, вот эти коты, они умирают от вообще от взрывов? Нет, они бессмертные. Нет, это нексботы. А я же Макс Нексбот уже смертных поделали, я видел уже моды. Не, а их это, знаешь, что может... Блин, так нечестно. Да ну чё нечестно, я же тоже умираю вместе с вами. Я просто думал, что их всё-таки убивают ядерные взрывы, но их не убивают. Короче, будем считать, что в этом ролике я проиграл. Больше всех смертей. А нет, у профита 40. Есть, я не на последнем месте, я на предпоследнем. Да, все, профит, ты проиграл в этом ролике. А первое место занял у нас Серега. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, как всегда, сделал мясо. Ой-ой-ой, еще. Псих.